Всем доброго времени суток. Бой начался, поехали. Ребят, давайте посмотрим хороший бой на КВ2. То, что мы здесь увидим, будет просто трэш-контент. А вот сейчас они приехали на позицию. Тут у нас, значит, будут маленько поднагибать дедовские вертуханки. Да, им, значит, вот заходит. Прям неплохо заходит. Сейчас здесь, как обычно, мы будем стоять полубоя, короче. Двигаться туда-сюда. В основном, короче, ничего интересного. Вот. Я бы вас просил, конечно, подписаться на канал, но очень людей смотрят, да? И не подписываются, короче, на канал. А я бы хотела, чтобы, конечно, ну, как бы, подписывались, поддерживали меня как начинающего блогера. Ну, может быть, писали свои комментарии, да, внизу. Как-то бы поддерживали или кидали свои идеи, допустим. Ну, вот сейчас еще одно пробитие будем наблюдать. Ну вот, можешь же. То есть это очень хороший танк для своего уровня. Но после нерфа, конечно, фугасов, это как бы, ну, не очень танчик. Ну, пойдет. Можно нагибать. То есть человек в этом бою накидает 4000 дамага. Вот тебе, получай. Еще одно пробитие. Как бы человек нормально так поднагибает на нем. Вот, и хотелось бы, чтобы вы меня поддержали. Вот он, рампа. Вот видите, он даже не откатывая, принимая дома тут. Ну, конечно, он не засветился, вот и здравствуйте. Здесь будет такой момент вообще прям, прям вот такой момент, которого даже я не ожидал, что он так сможет вообще КВ-2 априори. Вот он целит. О, как так без засвета? То есть он даже сейчас не попадает в КВ-2, то есть противника. Но продолжает. То есть он не отступает, он просто продолжает работать по цели. Работать вот он. Заряжающий, наводчики тут. Как бы, может быть, он простывший должен был быть, как бы. Уже тут, вот как это вот, как, вообще как? Ты промахнулся. Ты стоял выцеливал и просто промахнулся. Значит, союзный КВ-2 попадает. Мы сейчас опять здесь, значит, по-моему, промахиваемся. Смотрим. Вот так-то. Нет, мы попадаем прям, хорошо попадаем. Это прям радует. Что у нас наводчик и водители хорошо работают. Давай, ага, выкатываем, смотрим тут, ага. Заряжающий, ага, готов. Сводимся. Угу, сводимся, и что-то мы кого-то не алё. Так, у нас вот тут, смотрите, на мини-карте засвечивается, короче, ЛТ-ха, по-моему, там ЛТ у нас светится. И она пытается, хоп, молодец, отправил его в ангар. КВ-2, по-моему, там все сдулся. И вот она к нам прорывается, ЛТ. На что он рассчитывал вообще этот ЛТ? То есть, либо он просчитал, что КВ-2 на КД. И вот она выходит, вот это вот. И просто... Водит контужен, радиус связи снижен. Добрый вечер, просто. Готов. Добрый вечер, просто. Он выкатил и говорит, тебе трындец. Но сегодня удача не на ЛТ стороне. Соответственно, значит, пока мы тут работали с ЛТ, у нас подходит КВ-2 второй сюда к нам поближе. И КВ-3, по-моему, тоже сюда поджимается. И мы видим, смотрите на мини-карту, короче, наш КВ-2 остается просто один здесь. Один остается. И как бы работает. Эх, не пробил. Опа, друг друга не пробили. Не пробили. Теперь мы откатываем. Угу.
откатываем и ждем. То есть кто из нас более такой, как бы сказать-то, поопытней, что ли? Наверное, поопытней, да, будем ожидать сейчас. У кого нервов побольше, тот и будет за здрасте тут работать. Сейчас вот выдержка, все. Кто тоже откадышился 100%, ждут. Кто же? Наш КВ стоит, но, по-моему, у него нервы тоже не железные. Пытается выкатить, увидеть. Ждем. Вот он, поехал, значит, вот она, КВ-2, значит, идем, бах, в ангаре, берешь, и вот она, КВ-3, сразу по нам стреляет, то есть он маленько закатил, подальше прокатил, чтобы видеть нашу КВ-ху, вот, то есть он, с одной стороны, КВ-3, да, там, по-моему, да, что он думал? То есть, если бы он знал, что есть пробитие, вечер посадили. Вот, если бы он знал, что у него КД, допустим, он мог поджаться. Сейчас будет, нелегкий бой такой прям. Ждут друг друга, ждут. Сейчас тут, конечно, разменяются. Гусеницы повредили, шанс разрыва увеличен. Ожидает, не торопясь. Эх, не ты, зоны пробития учи. Броня не побрита. Ждем. У кого больше выдержки? Просто вот опять. Вот просто ХП разменял свое. То есть КВ-3 сейчас понимает то, что у КВ... Опять. Что с руками у этого игрока? Просто что с руками? Как ты не пробил ты, блядь, его? Вообще не попал в него. То есть КВ-3 понимает, что это не то, что шотный танк, а просто на сопле, на соплях просто висит. И почему он не поехал его давить, я не понимаю. Ну, посмотрим сейчас, как будет обстановочка. Вот смотрим. Он начинает здесь пританковывать. И как бы, где он? Вот он. Вот так бы не торопиться бы. Опять просто, что с руками? Ну понятно, что сейчас этот игрок, конечно, волнуется. Это тряска в руках, я понимаю. Но это могло вообще быстро все закончиться. Вот он пропадает. Одной проблемы все, меньше. До свидания. Красавчик, молодец. Теперь смотрим просто итоги боя вообще. Мастер, воин, все хорошо, 4000 дамага. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, поддержите лайком и комментарием, пожалуйста, я спрошу. Давайте наберем 1000 подписчиков.